Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Глядіться у гетим випуску. Щире віншування і слови подяки ветеранам напередодні Дня Незалежності влади навідують самих гонорових жихаров регіона. Приємний подарунок і уклад у будучиню. Сьогодні у Гомелі відкрився новий дитячий сад. У «Добрий шлях» у Петрикові пасажирів приймає обновлена автостанція. А зараз об гетим і іншим більш подробязно. Свято, яке об'єднує славне героїчне минуле і створальне сучасне нашої країни. Гомельський обласний виконавчий комітет і обласний совет депутатів накерували жихарам в області віншування з Днем Незалежності Республіки Білорусь і 75-ї годовини визволення країни від німецько-фашистських захопників. Чим далі сходять у історію трагічні події воєнних годів, тим більше ми усвідомляємо значність перемоги совєтського народу і виказуємо глибоку удячність ветеранам Великої Вітчизняної війни за мужність, стойкість і безмежну любов до родзіми, означається у віншуванні. Традиційно у значної для країни дати гомельчані збираються на алеї героїв. Урочистий мітинг став одним з основних мероприємств у святкування 75-ї годовини визволення Білорусі і Дня Незалежності. В урочистому мероприємстві прийняли удел представники обласних і городських уладов, а так само громадськість і молодь. Перед удельниками виступили представники різних поколінняв, тих, хто здобував свободу 75 годов тому, и те, кому будовать будущую незалежной Беларуси. Я, конечно, очень часто встречаюсь с молодежью и с большим удовольствием. И, конечно, вот я им рассказываю и их расспрашиваю про их учебу и их намерения дальнейшие, как они будут жить и что. И вы знаете что? Ребята очень хорошие, и я считаю, что это будет растет и уже выросло достойное и очень умное поколение. Завершився мітинг хвилиною мовчання у пам'яті об загинувших під час Великої Вітчизняної війни і у складанням квіток до монумента. Урочистые митинги ладятся в эти дни побач с усими помниками региона. Сегодня одна из церемоний прошла в Гомельском парке каля мемориала народным ополченцам. В этот пригожий летний день до помника у один из самых малявнейших кутков города пришли ветераны, молодь, керавництво Центрального района Гомеля. Слова, которые гучат под час митингу, зрозуміло об войне и миры, об каштовности спокойного життя и чистого блакитного неба. Слова подяки и поваги до ветеранов, яких у Беларуси с каждым днем становится все меньше, тем больше важны их боевые истории, думки, сподівання. От войны их отделяют целых 75 годов, але вертаться навод успоминами у той жахливый час ветеранам болюча и зараз. Зинаида Ковалева подчас войны стратила двух братов, их жорстко забили оккупанты. Ее дитячие дни были наполнены бесконцем страхом. Об гэтым жанчыне вельми тяжко говорить, и слухать такие успомины так само непросто. Брат у меня партизаны были, один был повешен, другой расстрелян. И нас уже тогда, вот мама, я и еще братик, нас всех посадили в товарный вагон, мы не знали, куда мы едем. А когда приехали, оказывается, когда нам сказали, что это Берлин, так мы вообще в ужасе были. Жили в лагере, и сразу на работу определили. Конечно, братик меньше, так он не работал, ничего, был в лагере. Напередодні 75-ї годовини визволення Білорусі віншування приймають ветерани Великої Вітчизняної війни. 96-годовий Олександр Падліпський з Головинця Гомельського району – непосередний удельник тих подій. У 1944-м він у радах Червоної армії наступав на ворога під час операції «Багратіон». Визволяв Мінськ. Бойовий шлях кавалера ордена Великої Вітчизняної війни другої ступені, владальника трьох медалів за відвагу, завершився 2 вересня 45-го на тих Тихоокеанским узбережье. После демобилизации вернулся в родную Беларусь и начал учить детей. 36 годов працевал у Головинской средней школе. Прошел шлях от наставника до директора. Напередодні 75-й годовины вызволения Беларуси и Дня Незалежности у гости до ветерана приехал помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко. Гучали слова подяки, віншування и пожадання здоровья. Узнагородили Александра Подлипского и юбилейным медалем 75 год вызволения Беларуси. При освобождении Беларуси я участвовал в операции «Багратион». Вот где-то от района мы Светлогорская,
и до Минска, вот прошли боями. Александр Трофимович после войны, сколько он посвятил детям, сколько он работал с детьми, с их воспитанием. И сегодня, слава Богу, да, человек находится в здравии, и мы ему желаем столетия, потому что до 100 лет осталось 3 года. Дай Бог, еще будет 10 и 15. Таких людей надо беречь, любить, уважать и, естественно, заботиться о них. А сегодня Беларусь действительно гордится теми ветеранами, которые дали мир, свободу нашей Беларуси. Сёння гасцей сустракаў і гамяльчанін Мікалай Дубкоў. Да ветэрана вялікай айчыннай вайны напярэдадні Дня Незалежнасці і 75-годзя вызвалення Беларусі ад фашысцкіх захопнікаў завіталі намеснік старшыні гомельскага аблвыканкама Владзімір Прывалаў і прадстаўнікі адміністрацыі Навабелецкага раёна Гомеля. У гасцях у ветэрана пабывала і наша здымачная брыгада. Наша брыгада да ветэрану прыехала крыху раней вызначанага часу. Было некалькі хвілін на гутарку. Мікалаю Дубкову 94. На пытанне аб самаадчуванні кажа, што ўсё добра. Здараецца, што трапляе ў шпіталь за высокага артэрыяльнага ціску, а ў астатнім ні на што не скардзіцца. Разам з бацькам шмат часу праводзіць дачка, але Мікалай Федотавіч і сам спраўляецца з хатнімі справамі. Ходзіць у магазін, гатуе ежу. Акрамя таго, у курсе ўсіх апошніх падзей. Нават пералічыў колькасць медалёў, якія заваявала Беларусь у еўрагульнях. Не забывай ён і тое, што было больш як 70 гадоў таму. Гэта назаўжды ў памяці. Когда был на Третьем Белорусском фронте, а тогда уже в конце войны наступление какие? С троем шли, немцы стреляют, а мы идем, машины едут, машина загорается какая-нибудь, а мы все равно идем. И в одном месте мы, наш батальон шел, и вдруг пулеметная стрельба по нас началась. Над нами, над головами где-то. Ну что, комбат кричит, батальон в цепь! Ну, повернулись и в цепь пошли. Иду я один, сосняк молодой. Мне ни слева никого не видно, ни справа. Я прохожу. Полянка небольшая. Посмотрел, два немца сидят с пулеметом. Я автомат направил, кричу, хэнде-хох. Они пулемет бросили, я их отвел. Взял в плен. Калі прыйшлі гості, Мікалай Дубкоў крыху расказаў аб сваім ваенным шляху. У 18 гадоў у жніўні 44-га трапіў на першы ўкраінскі фронт. У 45-м прайшоў усю Польшу, ад Віслы да Одара. Удзельнічаў у яго фарсіраванні. На тэрыторыі Германіі ў адным з баёў быў цяжка паранены. Пасля лячэння адпраўлены ў запасны полк 96-й гвардзейскай дывізіі 3-га беларускага фронту. У яго саставе ваяваў да перамогі. Уладзімір Прывалаў падзякаваў Мікалаю Дубкову за ратныя подзвігі і пажадаў моцнага здароўя. Я очень благодарен, что вы являетесь большим, огромным символом патриотизма для наших детей и для нашей молодежи. Вам за это большое спасибо. И, конечно, желаю, чтобы вы оставались еще долго-долго живы и здоровы. Так тяжело уже жить. На развітанне Владимир Прывалу запросил Мікалая Дубкова на святочные мероприемства с нагоды Дня Незалежности, которые отбудутся завтра, и дал доручение забезпечить комфортный проезд для ветерана. Марина Жала, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». Віншаванне ад актывістаў прафсаюзнага руху прымала жыхарка вёскі Бярозкі Марыя Усава. Яна прыняла ўдзел ва ўрачыстасцях каля брацкай магілы воінаў, якія палі ў баях пад Гомелем. Яшчэ падлеткам Марыя Усава працавала санітаркай у эвакуацыйным шпіталі, які размяшчаўся на тэрыторыі пасёлка Перамога. Прыйшла туды добраахвотнікам адразу пасля вызвалення Гомеля. Вайна началася. Папу забралі. Мама умерла. А мы остались в шестёх, я самая старшая, я только уступили наши. 28 числа, 26-го, 28 числа мы пришли с беженцев домой. Вот. Вечером приходят, завтра пойдете в военный городок. Там будзе госпіталь і будзеце там работаць. Жанчына без слёз не можа ўспамінаць, як даглядала за раненымі, як дапамагала ім устаць у строй і колькі гора ёй прыносіла смерць байцоў. Па яе словах, мясцовых ураджэнцаў у ліку войнаў не было. У брацкай магіле пахаваны астанкі 136 салдат ураджэнцаў розных куткоў Савецкага Саюза.
Доўгачаканая падзея для жыхароў 104-го мікрараёна Гомеля. Сёння на вуліцы Дубраўнай адкрыўся дзіцячы сад нумар 50. Наведваць яго будуць каля 260 хлопчыкаў і дзяўчынак. Многіх бацькі прывялі на ўрачыстае адкрыццё ўстановы. Дзякуючы ім, ўрачыстая падзея стала больш яркай і святочнай. На мерапрыемстве пабывала Марына Джалая. Галоўныя героі свята – дзеці, а самыя ўдзячныя з прысутных – іх бацькі. Праблема будаўніцтва дзіцячых садкоў і школ у новых мікрараёнах вядомая, але для 104-го мікрараёна яна нарэшце пачала вырашацца. Будаваць дзіцячы сад пачалі прыкладна год таму. І ўжо з верасня бацькам не трэба будзе марнаваць час і сілы, каб адвесці сваіх дзяцей у сады іншых гарадскіх мікрараёнаў. Для хуткага тэмпу жыцця, уласцівага бадай што кожнай сям'і, эканомія часу бясцэнная. Наш дзецкі сад з'яўляецца унікальным. Во-первых, мы его очень долго ждали, все жители 104-го микрорайона, как ребята, родители, так и все жители 104-го микрорайона. Ведь раньше мы возили детей в город, в другие районы города Гомеля, а сейчас вышел из подъезда, и ты уже практически в детском саду. Проект дашкольнай установы нетыповы, і гэта відавочна нават па дваравой тэрыторыі. Такіх гульнявых пляцовак у Гомелі больш няма. Унутры сад прасторны, яркі і вельмі зручны, як для дзяцей, так і для персанала. Пакуль тут будуць працаваць толькі адаптацыйныя групы. З верасня адкрыюцца ўсе 10 рознаўзроставых груп. Дарэчы, кіраўніцтва горада і вобласці падчас урачыстага адкрыцця сада падарыла ўстанове сертыфікаты. Адзін для набыцця спартыўнага і гульнявога абсталявання, другі для пакупкі піяніна ў музычную залу. Это уникальный проект, потому что он не типовой. Спасибо нашему институту Гомельпроект за то, что вот он вложил, наверное, сюда архитектора этого института свою душу в этот детский сад, особенно в дворовую территорию. Очень креативно, ярко, красиво. Ну и эти все комплексы игровые. Наверняка детям будет очень приятно и понравится. Поэтому я им желаю здесь, чтобы они росли здоровыми, счастливыми вот в этом втором доме на несколько лет их жизни. Усяго у Гомелі працуюць 124 дзіцячыя садкі. Іх наведваюць 24 тысячы хлопчыкаў і дзяўчынак. За апошнія 6 гадоў у горадзе з'явілася 10 новых дашкольных устаноў. Марына Джалая, Валерый Хапанько, тэлерадыёкампанія Гомель. У Петрыкаве працягваюцца работы па добраўпарадкаванні горада, але ўжо зараз можна казаць, што выгляд раённага цэнтра значна зменіцца. Прычым размова ў першую чаргу аб рэканструкцыі знакавых для горада аб'ектаў. У прыватнасці, сёння тут адкрылася абноўленая аўтастанцыя. Наш корэспандэнт Олег Сінцюроў наведаў Петрыкаў. Петрыкаў рыхтуецца да правядзення абласных дажынак 2019. Гэта ўжо традыцыя. Сталіца фестывалю працаўнікоў вёскі павінна адпавядаць гэтаму статусу па ўсіх параметрах, уключаючы знешні выгляд. Бадай, асноўныя работы ў Петрыкаве ўжо завершаны. Зараз на заключным этапе знаходзіцца рэканструкцыя цэнтральнай плошчы, а самым першым аб'ектам сацыяльнай інфраструктуры, які пасля рамонту зноў увялі ў эксплуатацыю, стала аўтастанцыя. Першая ў гісторыі Петрыкава аўтастанцыя знаходзілася ў цэнтры горада. Праўда, была яна невялікая і не вельмі утульнай, а таму ў 1974 ўжо вось тут устроілі новы будынак. Але час ідзе, за 45 гадоў і колькасць пасажыраў павялічылася, і патрабаванні да камфорту ўзраслі. Рэканструкцыю аўтастанцыі за ўласны кошт выканаў яе ўладальнік, адкрытае акцыянернае таварыства «Гомель-Аўтатранс». Агульная сума ўкладзеных сродкаў 390 тысяч рублёў. Справіліся за 4 месяцы, уключаючы аздабленне будынка металагранітам, установку дэкаратыўнай агароджы і новага навеса на пероне. Здесь учтены все условия для пассажиров с ограниченными, значит, возможностями. Здание полностью оборудовано системой видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Все современные условия здесь соблюдены. Творение утульных умов для пассажиров – головная задача, якая вырашалася подчас реконструкции Петриковской автостанции. Тут упершиню открыли кафе, а так само подключение бесплатный беспроводный интернет. Зарабили розетки для зарядки ноутбуков и мобильных телефонов. У зале усталевали мультимедийный экран. У поравнании с Гомельским автовокзалом Петриковской станции меньше и по померах, и по колькости пассажиров. В тот день ее послугами корыстаются прикладно 500 человек. Разом с тем, створенные тут умовы от Гомельских теперь практично ничем не отрознивается. Мне часто приходится пользоваться автобусами. Я очень часто бываю на автостанции, это Петрикове. Ну, конечно, по сравнению с тем, что было раньше, то, что сейчас, очень приятно. Приятно зайти сюда в здание. Я теперь знаю, что я могу, даже если я чуть-чуть раньше приду, у меня будет как провести время. Приятию, конечно, хочу пожелать процветания, понятливых пассажиров. Олег Сентюров, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель» с Петрикова.
Та інших тем. «Білоруснафта» освоїла нову технологію здобичі нафти у Сибіри. Упершиню шматстадийний гідроразрив пласта спеціалісти привели на Ізвєстінськім родовище. Дякуючи гэтому, зараз відравіна дає 40 тонн нафти за сутки. Далейшее освоение дозволить досягнуть лишь у 150 тонн. Сучасная технология, якую белорусские нафтовики выкористали у першиню, дозволяет утягивать у распрацовку максимальную площу родовища и досягать наибольшего притоку нафты. Экономичный эффект важный за кошт скорочения объема бурения. При таком методе одна свидровина может заменить три. Метод так само дозволяет оживлять свидровины, на яких здобыча нафты або газу традиционными способами уже не могчима альбо мало рентабельно. Трудно извлекаемые запасы нефти, они характеризуются, как правило, это низкими проницаемыми характеристиками. То есть порода не позволяет отдавать при этих условиях флюид, газ, соответственно, на нее необходимо воздействие. В данном случае создается искусственный участок с более проницаемыми характеристиками, который в начальной стадии позволяет иметь достаточно высокий результат, а в последующем за счет увеличения профиля притока уже созданной зоны мы продолжаем иметь повышенный результат, но более низкий по отношению к тому, который получили на старте. У перспективе технологию восьмистадийного гидроразрыва пласта специалисты «Беларусьнафты» плануют применять на еще одной сибирской свидровине – мятельного родовища. И далее самый крональный материал выпуску. На передании Дня Незалежности каля 50 новонародженных жихаров в области стали удельниками акции «Подары немауляти вышиванку». Гомельский областный комитет БРСМ так незвычайно, однако по традиции повиншевал молодых мати из набытем нового статуса и с надыходящим святом. У Гомельской клинической больницы номер 2 активисты БРСМ сустракали 12 молодых матей с немаулятами. У якости подарунку – маленькие вышиванки, маешки с белорусским орнаментом. Как правило, родители немножко удивлены тем, что уже такому маленькому гражданину Республики Беларусь преподносят именно национальный подарок с национальной символикой, но все рады, все счастливы. Сюрприз для мати, подарунок для немауляти и агульное веншавание для усёй семьи. А вось мамы дзяцей, якія з'явяцца на свет заўтра, у дзень незалежнасці краіны, чакаюць асаблівыя падарункі. Што гэта арганізатары трымаюць у сакрэце? Для кагосьці дзяржаўнае свята стане днём нараджэння. Увогуле для кожнага яно мае асаблівы сэнс. Это можливість дзецям быць теми людьми, кем они захотят, і быць счастливыми в этой стране. Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Дзякую за ўвагу і да сустрэчы ў эфіры. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Порыв линий электропередачи, сломанные деревья, перевернутые торговые палатки и поврежденные авто. В регионе подсчитывают ущерб от непогоды, которая разыгралась накануне вечером. Стихия обрушилась на Гомельскую область в виде дождя и шквалистого ветра. Ее порывы были свыше 30 метров в секунду. Натиска не выдержали ветхие деревья, крыши домов, павильонов и остановочных пунктов. В Светлогорске дерево упало на припаркованное авто, а в Житковичах буря потрепала кровлю местной гостиницы. А это Гомель. Штормовой ветер поднял с детской площадки беседку и покатил ее по двору прямо на припаркованные автомобили. Досталось и частному сектору. На окраине города очевидцы сняли похождение ветра среди домов и коттеджей. Ураган вырывал деревья с корнем. На Мазарова с площадки около Ледового дворца на дорогу отнесло шатер от сцены. Ветер сорвал даже часть Прудковского рынка. Трасса Чернигов-Гомель оказалась заблокирована из-за упавшего дерева. Всего же было зафиксировано 152 случая падения деревьев на дороге. Пострадали 23 автомобиля и 37 домов. 15 машин МЧС и 30 человек личного состава принимали участие в ликвидации разрушений. Плюс около 400 работников других организаций оказывали помощь. Из-за обрыва линий электропередач в 16 районах области произошло отключение электроэнергии в 582 населенных пунктах. Больницы были запитаны уже имеющимися резервными источниками электроэнергии. Необходимо обратиться к гражданам. Если же вам поступило сообщение о прохождении грозового, штормового предупреждения, необходимо воздержаться от поездок на личном автомобиле, постараться остаться в этот период дома. Обгон – один из самых опасных маневров. По статистике, именно в момент выезда на встречку и происходит самое печальное ДТП. Но 39-летнему водителю Volkswagen, можно сказать,
сказать, повезло. Совершая обгон в Ветковском районе, он миновал столкновение, однако выехал на обочину и пробороздил поле. ДТП произошло на улице Ветковская в деревне Золотой Рог. По предварительной информации, водитель микроавтобуса не справился с управлением, когда совершал обгон по встречной полосе. Оказавшись в кювете, машина получила повреждения, а водитель – травмы. Мужчину госпитализировали. В больницу накануне была доставлена и женщина из автомобиля Ford Fusion. В Будокошелевском районе владелец иномарки не справился с управлением и также съехал в кювет. Обгон водитель не совершал, но, как предполагают в ГАИ, просто отвлекся во время управления своим авто. Мгновение, и машина получила обширные повреждения. Госпитализация понадобилась 35-летней женщине-пассажиру, которая находилась на заднем сидении. В ГАИ напоминают, что внимание – главное условие безопасности в пути. Такой обзор к этому часу. У меня все. Оставайтесь на Беларусь-4. Эфир телеканала «Беларусь-4 Гомель» продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. 4 гомельчанина вызваны в кэмп потенциальных кандидатов в национальную сборную. В числе претендентов нападающий Гомеля Александр Скоринов, вратарь Ютика Комец Иван Кульбаков, защитник сборной Ю-18 Павел Денисов и нападающий Виктории Ройлс Игорь Мартынов. Акцент на молодых игроках, способных пополнить ряды команды в перспективе. На протяжении 4 дней 54 человека будут работать под началом Павла Перепихина. Также с хоккеистами будет заниматься тренер Минского «Динамо», бывший нападающий Михаил Грабовский. Игрок жлобинского «Металлурга» Виталий Пинчук был выбран во втором раунде импорт-драфта Североамериканской центральной хоккейной лиги. 60 лучших клубов юниорских лиг Северной Америки распределили между собой права на наиболее перспективных европейских хоккеистов. По результатам драфта североамериканские команды отдали белорусам 4 пика, один из которых остался за жлобинчанином. Виталий Пинчук был выбран во втором раунде канадским «Кингстон Фронтенакс» под общим 62-м номером. Теперь у белоруса есть шансы продолжить карьеру в хоккейной лиге «Онтарио». Мини-футбольный клуб «Лидс Сельмаш» прекратил существование. Клуб был создан в 2007 году. Первыми игроками стали сотрудники завода «Лидс Сельмаш». Спустя несколько лет команда, которая создавалась как любительская, вышла в высшую лигу чемпионата Беларуси. За время своего выступления коллектив 4-жды становился чемпионом страны, 2-жды побеждал в Суперкубке, 2-жды брал бронзу в копилке команды, также Кубок Беларуси. Завершились Олимпийские дни молодежи по конному спорту в Бресте. Спортсмены соревновались в конкуре. По результатам турнира в общекомандном зачете сборная области стала третьей. В составе нашей команды выступали гомельчанки Татьяна Радевич, Маргарита Василевская и Елизавета Коцур. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь-4.